На сегодняшний день мы открыли более 5000 планет за пределами нашей Солнечной системы. Изначально это был вообще классический сценарий, классическая программа для планетариев, где в сценарии было прописано интересные и занимательные факты про планеты, рассказывающие про историю вообще изучения этих планет, открытия. Но в ходе наших творческих встреч Рома предложил интересную идею, что если в последнем кадре добавить встречу рассвета человеком на другой экзопланеты. И моя первая мысль была через эмоции это пройти, но через эмоции не просто вот планета, а какое бы небо человек, будучи на этой планете, увидел бы. Ну, звездное небо отличается, допустим, на нашей Земле, если бы планета находилась в шаровом скоплении, где вокруг сотни миллионов звезд, но совершенно другое небо. И никто никогда не видел, какое оно. И следующий этап — это техническая возможность уже работать с анимацией, с персонажами. Это Unreal Engine. То есть этот движок дал некий толчок к тому, что дальше развить эту мысль. То есть не только планеты показывать, но мы можем и какого-то персонажа показать. Обычный научно-популярный фильм — это формат не то чтобы устаревший, но формат, который было бы неплохо разбавить чем-то интересным для зрителя в первую очередь. Поэтому мы решили попробовать совместить его с некой драмой. В чем была сложность? Наверное, в том, чтобы найти баланс между реальными научными знаниями, актуальными, современными, понятными и интересными зрителю, и грамотно вписать их в повествование. Это удивительный фильм по многим параметрам. То есть, с одной стороны, это художественный ли это фильм? Конечно, художественный, да. То есть, это действительно настоящий художественный фильм, драматический фильм на самом деле, очень глубокий, эмоциональный, который трогает за живое. Мне люди рассказывали, и я сам недалеко от этого ушел, что, так сказать, даже слезы навертывались во время, так сказать, просмотра, потому что действительно авторам удалось зацепить. С другой стороны, можно сказать, научный ли это фильм? Да, он научный, потому что там приведены совершенно, так сказать, объективные, реальные научные данные об экзопланетах, о разных мирах, которые мы пока еще не видим, но благодаря этому фильму мы впервые их увидели, какие они могут быть на самом деле. Это очень здорово сделано, это очень впечатляюще. Можно ли считать этот фильм учебным, вот как ни парадоксально, тоже можно считать, потому что я думаю, что люди, которые посмотрели, это, в общем-то, не очень длинный фильм, да, ну, то есть они узнали гораздо больше, чем знали до этого, то есть, ну, в частности, вот про мир других планет, находящихся у других звезд. Ева с фамилией Прим, то есть это максимально первый человек, в нашем случае это первопроходец на экзопланете, которую она в итоге выбрала для жизни. А коммуникативный эмпирический центр — это еще и аббревиатура от Константина Эдуардовича Циолковского. То есть мы решили так поиграть немножко в Чеховых и Гоголей и дать нашим героям говорящие имена и фамилии. Вообще, стоит отметить, что пасхалок у нас там немало. Мы цитируем разные поп-культурные феномены, мультфильмы, фильмы, и даже день рождения у Евы в тот же день, что и у меня. С Евой, например, как получилось? Мы писали какую-то просто драматургическую канву, синопсис, и поняли, что не хватает в нашей героине драмы, и поэтому добавили еще одного закадрового персонажа, отца Евы, Юрия, тоже понятно, к чему отсылка, который когда-то неудачно со своей миссией тоже постарался найти и улететь на другую экзопланету. И теперь на Еве лежит большой груз ответственности, с одной стороны, а с другой стороны большой страх, большая тревожность и большое чувство вины за то, что произошло. Лично мне было интересно продумывать и прописывать то, как человек ощущает на себе этот груз, и то, как он пытается с ним справиться. Ну, скажем так, я, наверное, писал то, как я бы решал эти проблемы. Справился бы ли я с ними в реальной ситуации, сказать сложно. Мне нравится, что Ева выглядит живой во всех смыслах, что она какая-то неконвенциональная, что она настоящая, что у нее вот эта забавная прическа.
чувствуется, что Регина, наша актриса, в том числе много от себя внесла в нашу героиню. Опыт работы с озвучкой, с дубляжом, у меня уже был. Поэтому этот процесс был достаточно интересный, не такой сложный. Но когда возник вопрос и задача держать текст, держать камеру и при этом отыгрывать в маленькой комнате, где у тебя наушники, микрофон, и ты должен знать текст, ты должен его читать, должен видеть в экране, что происходит, и при этом переживать драматически все. Вот это было сложно. Создатели Евы, пусть там основывались на моей внешности, но это все равно каждый человек — это художник. И ты смотришь как бы на себя, но на другого персонажа с точки зрения того художника, который это создавал. Возможно, если человеку какому-то сказать 3D-сканирование, он представит какой-то огромный аппарат, который будет там лазером что-то сканировать. На самом деле, со стороны это выглядит очень невзрачно. То есть просто нужно сделать порядка 200-300 фотографий на iPhone. Просто человек сидит неподвижно, и его со всех сторон фотографируешь. И потом из этих сотен фотографий делается 3D-модель. Вот, уже под эту 3D-модель подгоняются черты лица, дальше уже идет текстурирование, добавление морщин, каких-то изъянов на лице, потому что идеального лица не бывает. Вообще, фильм «Ева» в своей сути эксперимент. И поэтому создание внешности, перенос, 3D-сканирование, это все делалось в первый раз методом проб и ошибок. Кэтс у нас получился таким старшим наставником. Возможно, он физически-то и не старше Евы, но при всей мудрости, которая в него, так скажем, загружена, он может себе позволить быть некоторым наставником для нее. И это слышно даже в озвучке, это слышно в его интонациях, и это слышно в его мыслях в основном, потому что он подталкивает Еву как старший товарищ каким-то решением, советует ей что-то, но при этом он такой очень эмпатичный и не давит на нее. При этом у Кэтса неплохое чувство юмора, он периодически шутит, и мне кажется, он такой комик-релиф в нашем сценарии. Видел себя каким-то родителем, каким-то свою дочь, может быть, каких-то моментах, каких-то ее... Наши отношения какие-то, попытки ее как-то оберечь от каких-то ошибок, каких-то... Ну, в общем, я не думал кого-то, я, в общем, мыслил себя и какого-то маленького человека, который нуждается в защите. Ты идешь в таком потоке, ты как бы нащупал, вот здесь кажется правильно, вот здесь кажется точно, да, и идет работа. А потом уже звукооператор, звукорежиссер, монтажер всего это создает уже новое произведение искусства. Это твоя работа, это такой полуфабрикат, такая сыромятина, из которой уже потом получается, возникает что-то. Потом ты слышишь готовый результат, думаешь, о, как здорово. А твоей работы на самом деле там, ну, какая-то значительная часть, но это не все работа актера. Тут целая команда, тут целый коллектив работает над созданием. Все-таки хотелось подчеркнуть не то, что какое-то будущее, да, какую-то фантастичность происходящего, еще что-то. Хотелось подчеркнуть еще и технологичность, и все-таки нахождение в космосе, в космическом корабле. Поэтому я использовал разнообразные металлические сэмплы, использовал вместо, например, барабанов в качестве перкуссии реактивные джеты, струи, такие резко шумящие. Последняя сцена перед титрами фильма «Ева» я сделал такую торжественную музыку с оркестровыми инструментами в таком мажоре, но в мажоре очень тяжелом, чтобы подчеркнуть массивность и торжественность вот этой сцены, когда ни много ни мало открыли планету, на которую будет фактически переселяться человечество. Проживя эту эмоцию, человек выходит с сеанса с пониманием, что ого-го, оказывается, есть еще и вот такое. То есть это в работе планетария главное, чтобы человек выходил с сеанса, понимая необъятность космоса. И таким образом, мне кажется, что люди должны с сеанса выходить лучше, чем они приходили до. Мне понравилось качество картинки, сама атмосфера купольного зала. Создавалось ощущение, такой 3D-эффект. Моментами я даже волновалась, вот, когда картинки приближались. Очень качественная графика. И
крутой сюжет. Фильм впечатлил тем, что наши новосибирцы его снимали и такую историю достаточно сильную рассказали. Ну и, в принципе, когда посмотрели, такое ощущение, как будто что-то продолжением должно быть. У нас были достаточно сжатые сроки для создания этой программы, потому что мы хотели успеть подготовить этот фильм к международному фестивалю «Отражение Вселенной». И именно на этом фестивале презентовать нашу программу. Было 4 месяца работы, и за 4 месяца нам получилось создать великолепный сценарий, как мне кажется, и первую версию фильма, которую мы вот как раз презентовали в июне на фестивале. Очень было волнительно ожидать реакцию зрителя на этот фильм во время фестиваля. Я очень надеялась, что фильм не оставит равнодушным зрителя, но от реакции, которую мы получили, были очень в приятном шоке. У нас же на фестивале очень серьезное жюри, оно в основном там из астрономов состоит, которые спуску никому не дают. Но вам они 5 баллов поставили, вот, то есть, ну, не к чему придраться. Но в то же время, я говорю, есть сюжет, да, вот такого мы и не видели никогда на куполе. Первая версия фильма, возможно, была похожа немножко на аудиоспектакль, потому что у нас были ограниченные возможности, ограниченные технические, производственные. И когда мы делали первую версию фильма, поместить персонажей в криокапсулы казалось невозможным. Лицевая анимация героев казалось, что это вообще какой-то идеал, который невозможно достичь. Но потихоньку у нас появились ресурсы для того, чтобы создать новую версию фильма. Эту версию мы тоже приурочили к фестивалю. И 16 апреля на фестивале, на международном фестивале кино о космосе «Циолковский» фильм «Ева» стал победителем в номинации «Полнокупольное кино». Это фильм... мотивация, наверное, для развития человека, для того, чтобы стремиться к своим мечтам. И только через... если мечты вам кажутся невозможными, что это невозможно достичь, то с помощью упорства, труда можно и невозможное, возможно, невозможное. Мне кажется, это вообще главная мысль этого фильма, лично для меня, о том, что иногда нужно сказать свое слово, решиться, а там будь как будет. В нашем фильме было хорошо, и здорово, если большинство решений будут приводить к хорошим последствиям. Фильм «Ева», конечно, в первую очередь научно-популярный фильм, но для меня он в том числе и о людях, о том, к чему мы придем, о том, к чему мы должны прийти в ходе освоения космоса, в ходе нашей техногенной эволюции. Дальнейшие планы — это продолжать экспериментировать, и на самом деле вызовы на этом пути есть. Они уже реализуются. Более того, у этих вызовов тоже история довольно-таки долгая, которая длится еще с 2014 года. И, надеюсь, в этом и следующем году она завершится удачно. Это полнокупольный фильм по Покрышкине. И это тоже эксперимент. На самом деле, то, что мы сделали с Евой, и то, что мы делаем сейчас с Покрышкиным, никто из планетариев России не делал. То есть понятно, что в обычном кино это, ну, далеко не новое. То есть 3D-фильмов много, и намного лучше по качеству. Исторических реконструкций много, и намного лучше по качеству. Но вот именно полнокупольного нет. Мы первые, получается, в этой истории.